Все, все, снимаем типа новогоднюю поздравляшечку. Чтобы мы, короче, вышли хорошо. Саня начнет. Давай. Пожелай всем подписчикам канала 16 тысяч человек. Сначала сказать с наступающим. Нет, потом. Потом, да? Хорошо. Я потом это скажу. Ну, да, поверите. Что я вам желаю, наши дорогие подписчики, это то, чтобы вы продолжали свои тренировки. У вас всегда хватало мотивации для того, чтобы выйти и потренироваться. Хорошо провели Новый год, встретили его. Что бы еще такое пожелать? Что бы еще пожелать? Счастья, здоровья! Счастья, здоровья, оно, конечно же, нужно. Оно всем нужно, да. И еще вам пожелаю то, чтобы вы ставили лайки, писали нам комменты и подписывались на канал. Спасибо, что были с нами эти 9 месяцев, начиная с, когда мы 7 марта записали первое видео, просто да, смарт, да, 3 сезона. Давай. Поэтому спасибо, это было реально круто, было очень здорово видеть вас на наших тренировках, было очень здорово приезжать в другие города и общаться с вами. И узнать, что вы нас смотрите, потому что для нас было такое, воу, прям удивление. Это, да, мотивация, что нас кто-то хоть смотрит. Хоть кто-то, да, не только поэтому я спасибо. Кликаю тысячи чем-то вот. Раз. Ну и, да, что? Да пребудет с вами сила. Да, и с да. Наступающим! С наступающим! С наступающим! Все. Как-то так. Заколебал, надо было другую инфу. Вот я тут только что обучалку по ласточке, между прочим, сделал. Драгон флагу, флагу. Драгон флагу опять. У Сани есть обучалка по драгон флагу за 4 недели, очень то крутая. Есть, посмотри пока на ты нашем там YouTube-канале. Болтаешь с людьми. Мы тут нормальную информацию даем, а потом ты ноешь, что у нас нет нормального видео, все скучно. Простите, ребята, мы не успели записать. А да. Ты снимаешь меня, как я снимаю игры, да? Отлично. Вот так и делают бэкстейдж. Выбирайся. Ух ты, а прикольно отсюда, такие руки. Два, давай, Коля, еще разок. Ну, вообще это сильно. Вообще это круто. Вот он, Дедушка Мороз. Упирайся ногами. Воу, не делай так. Раз. И еще раз последний. И еще бы раз пять на камеру, что. А теперь обратно. Попробуй. Девочка первый раз делает. Попробуй вот так бы. Хочешь, давай вместе. Вот так вот, молодежь, воркаут. Давай, еще можешь, давай. Еще разик, давай, ты сильно. Смотри, какая скромная. Скромная, скромная, делает и делает. Маленькие друзья, они сжимаются. Да я про колени вообще. А, про колени, хорошо. Извращенцы! Давай! Ты что тут делаешь? Коля уже на помощи. Лучший способ. Да я тебе сейчас пикну, если не... Ты мне кажется, сейчас усложняешь это все очень сильно. Да, никого не слушай, давай, главное съесть. Так вот, да. Да только что оттуда он вылез. Хорош! Я еще не видел, там человек попал в такую засаду, так. Первый раз, да? А может, ты научись выход делать таким макаром? Давай, вот тебе выход. Вот, давай, спускайся аккуратненько. Вот, давай, пять раз давай сделай. Давай, еще. И потом вниз. Это воркаут, даже если ты 30 минут потратил на то, чтобы уйти в борт, то отожми. Не зря же время потратил. Задачу выполнил. А ну-ка снизу. Молодец. Там стойка. Так, нужно реально видео поснимать, начать хоть, чтобы что-нибудь было. Наверное, надо пойти поиграть. И потом такой, нет, не могу спать. Какая-то чушь. Зачем ты это снимаешь? Я не знаю, чтобы что-то было снято. Давайте пожелания от каждого, потом ты кинешь в одном. С Новым годом всех! Если будет очень строго судить, у тебя не пройдет, но там тогда и у всех не пройдет, и что париться, если у всех по нулям будет, знаешь. Особенно у меня. Пара-па-па-пам. Подожди. Прошла неделька, и мы обещали вам прогресс. Прогресс. Держится, держится. Уже в нескольких подходах. Ты доволен, Дедушка Мороз? Сделает. Да? А ты да. Мне не сделай, не ну, сделай. Ну, в прошлый раз не сделал. Ну, всю неделю прошла. Он просто руки выпрямил, и все.
Да? Нет. Нет. А ты не раз 6 дней? Да. 6 дней подряд тренировок. Мышцы в воде не сильные. Вот так рыном пользовался. Ты 6 дней тренировал, чтобы выпрямить руку? Да. Потому что я не сгибаюсь. Ну красава, чё, прогресс есть. Но тренируй дальше отжимать. Заткнусь, всё. Повтори, повтори, ребята, все, что ты сказал. Повторите, пожалуйста. Я ненавижу повторить два раза. Не теперь скажи, пожалуйста. Он прикольно выглядит. Камерка новая? Да. Наша новая GoPro-шечка. Да, ребята, у нас новая GoPro камера на четверку. Да. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из лады. Ты подарки нам принес? Ну, дальше. А дальше надо будет убегать, если будет не цензура. Да я только за. Сегодня 26 декабря. И у нас предновогодняя тренировочка. Предновогодняя, да, Сань? Ты кто сегодня? Дед Мороз. Дед Мороз. А мы маленькие. Эльфы, дед. Ну или отмороз, кому как больше нравится. Тренировать перчатки, я тут с голыми руками середаю. Да не надо. А вы что, все что ли, блин, в них? Потому что они крутые, чувак. Безумцы. Давай, внученька. Это только ты без резинки. Без резинки что? На подошку сходил. Боже. Спереди такой. Какая у нас есть? Не куришь?